альтернативную транспортную операцию, пока вы там совершали? Нет. Дело в том, что к нам поступило несколько заявок на перевод денежных средств вашей карты на карту Савиной Татьяны Юрьевны в сумме 8200 рублей. Вы знаете этого человека? Нет. У меня рабочие работали во дворе. Тут алкаш один этот вертелся. А сколько говорите? На имя Савиной Татьяны Юрьевны сумма 8200 рублей. Нет, не знаю такую. То есть данный перевод вы не подтверждаете, я правильно понимаю? Нет. Скажите, что там случилось-то? СМС пришла, а то мне СМС-ки не приходят. СМС-ки вам не приходят, да? Ну, у меня пришла СМС-ка, что... У мониторинга поступила заявка на списание ваших средств на имя Савиной Татьяны Юрьевны в сумме 8200 рублей. Это Архангельская... Нет, мне СМС-ка пришла, что не оплата банка. Ну, 2 дня назад. Ну вот у меня, говорю, рабочий тут подозрительный этот алкаш рядом живет. Вот он мог зайти во двор. У меня барсетка стояла во дворе просто. Посмотрите сейчас карты на месте вашей. Сейчас, подождите, сейчас я вниз бегаю. Сейчас, подождите. Юля, где Юля? Так, это где мой этот? Сейчас, секундочку, пожалуйста, подождите, а то... В кошельке. Да, на месте карты, да. На месте? Да. Не утеряны, не украдены. Да, всех банков. Фиксирую данную информацию. Также сориентируйтесь, пожалуйста, за последние 15 минут СМС-оповещение, чтобы... Что говорите? Да нет, вот я говорю, СМС не приходит, странно, в последнее время. Может, не оплата банка была у меня, поэтому? Понятно. Так как были совершены несанкционированные действия по вашим счетам, на данный момент с вашей помощью нужно выяснить, каким образом могла произойти утечка ваших данных. Скажите ранее, третьим лицам разрушали секретную информацию до того, как пин-код от вашей карты, логин и пароль в Сбербанк онлайн? Не, ну у меня только знает супруга. Не, ну регулярно, да. А что, у меня уже деньги сняли эти? Нет, еще нет, поэтому мы вам и звоним. Ой, скажите, пожалуйста, заблокировать вы можете или действовать? Что делать? Для того, чтобы я заблокировала, мне нужно удостовериться, что вы являетесь клиентом банка и картодержателем. Для этого мне нужно пройти с вами верификацию. Ее можно пройти двумя способами. Либо по номеру вашего финансового договора. Это 10-значный номер, начинается он у вас на 0689. Ага. Он указан у вас на третьем листе договора. Я не знаю, просто у меня... Далеко по 4 цифры. А у меня далеко просто, ну, договор. Это... номер карты? Да, номер карты 16 цифр. Да-да, сейчас. Я ее вижу, но мне просто нужно сверить, что вы являетесь клиентом. Не, я, это я. 54... Я же вас по телефону не вижу, поймите правильно. Это алло? Алло. Так это, а деньги, они этот, уже сняли у меня там? Ага. Фу, слава богу. Так, номер карты 5469 0551.
Один, два. Три, восемь. 78-04. Последние цифры не услышала. 78-04. 78-04. Ну, я буду следить данную информацию для тебя в системе. Также зарегистрируйте, какой баланс вы фиксировали по вашей карте до начала мошеннических действий. То есть до того, как был выполнен код в вашем личном кабинете. А, сколько у меня на балансе, что ли, денег? Ну, у меня там 120 тысяч было, и в общем, мне клиент перечислял 37 тысяч еще. Ну, они, это там, у вас как это называется, в общем, ну, у меня там кредитная карта еще привязана. И, в общем, только на второй, на третий день известно, когда деньги придут. То есть, известно будет общая сумма. Да-да, пожалуйста. Да-да, пожалуйста, отмените, пожалуйста, все это заблокируйте, если возможно. Это возможно, сейчас я вас переключу на старшего специалиста. Ага, пожалуйста, да-да. Ага. Алло, да-да, здравствуйте. Я старший специалист отдела службы безопасности. Перевели вашу заявку о том, что у вас происходит компрометация банковских данных, то есть операции были... Да-да-да. Да, скажите, пожалуйста, а там этот, с двух карт не смогут мошенники украсть деньги? А что значит с двух карт? Ну, у меня там две карты привязаны. Угу. А, я вас услышу. У меня просто на второй карте, ну, это, знаете, у меня там эта супруга просто не знает, у меня там, ну, деньги я, ну, для нее подарок коплю. У меня там... Я хотел машину купить супруге, но она не знает об этом. У меня вторая карта есть. Да, я вас услышал. Не переживайте за это. То есть не смогут у вас со второй карты. Мы сейчас приостановили именно действие на час. То есть смотрите, мне в час... А, фух, то есть ничего не возьмут, да? Да, верно. То есть по второй карте у вас не смогут. Вы прошли идентификацию именно по вашей карте 5469. Да-да, активно, я этот оплачиваю, ну, услуги. Вот как ваша коллега вот сейчас, ну, вас привела, да? Ну да, я вот так, таких вот снимаю пидоразов, как ты, в рот даю. А, снимаешь таких пидоразов, как ты? Да, как ты, хуй, чё, почём сосёшь, хуй? Давай таких пидоразов. Вот время, просто боюсь сейчас... Видео у меня кончится.